Поздоровайся со всеми. О, боже, она сегодня с самого утра нычет. Даже сейчас, Амира. Ну что ты творишь? Не могу тебя удержать, ты кабан толстый. Та-та, а-та-та-та-та. Вот так вот пальчиком. А-та-та. Ой, только не кусай, пожалуйста. Спасибо. А-та-та. Кто такой сладкий ангелочек? Это кто такой сладкий ангелочек? Ой. А ну спрячь язык. Молодец. Гулять хочешь? Гулять не хочешь или топать не хочешь? Иди, моя сладкая. Подожди, ты телефон оставила. Тебе он не нужен с собой? Ты без телефона пойдешь? Не, ключи, я сейчас закрою дверь. А телефон? Телефон. Забирай. Это ее. Он тебе не нужен. Ладно, ну хорошо. Это просто не жизнь, а рай. Когда этот гномик уже начал сам ходить. Пойдем, пойдем. Давай, я тебе дверь подержу, иди. Выходи, пожалуйста. Ваше Величество. К лифту. Вот туда. По прямой. Спасибо. Я иду. Единственная печаль, что я не смогла навести порядок на голове. Все молодые мамы меня, естественно, поймут, что нет времени и на вас, и на нас. Конечно, не все так красочно, как на видео, потому что большую часть времени этого гномика тяжелого приходится таскать на руках. Все, нас уже ждут. Они, мы к папе приехали. Потеплело на улице, очень приятно, кстати говоря. Хорошо, смотри, хомяка стоит. Ребенок не знает, что на нем нужно сидеть. Вот мы приехали. Фэмили Лука. Видишь, она повеселила и машет. Молодец, моя сладкая. Быстренько вот так вот вам сниму, то холодно. Ай. Мои пупсики тут. Мы сейчас пойдем. Но мы в первую очередь пойдем покушаем, потому что мы такие голодные, еще ничего не кушали. Мы в твоем мире, мы в мире детства. И чуть-чуть вам тут что-то поснимаю. Вот это, короче, какие-то знаменитые часы. Мои ангелочки убежали. Ты устал уже? Вообще, тихо, закрыто. Я говорю, где здесь ресторан, а не как фудкорт? Вот это вот, а типа закрытый, нормальный. Она говорит, там грабли есть. Вы знаете, что такое грабли? Это они называют, это, короче, рестораном, где все за общим столом сидят. Чана. Это грабли, столовка обычная, как вот это. Что ты плачешь? То, что я тебе вилки забрала, ангелочек. Ничего. Не надо. Короче, в центральном детском магазине вообще нет варианта туда пойти, посидеть. А нет ни одного ресторана вообще. Мы сейчас в какой-то Остерио Марио. Ну,
У тебя такой вид сзади красивый. Ангелочек, тут прям все для тебя. Посмотри, сколько игрушек. Ух ты, заходи. Идем. Ну-ка, осматривайся. Ножками ходи давай, а не на коленках. Короче, это детская площадка вообще, ну ни о чем. Ну не для нас таких маленьких. Еще и бахилы заставили надеть на холодном полу. Ну ладно. В общем, нам тут не интересно, мы пойдем. Я просто должна везде догонять этого гнома по ресторанам и торговым центром. Вот куда она бежит? Вот далеко она собралась. А тебе мама не нужна? Амир. Алло. Алло, ребенок, тебе мама не нужна? Пошла. О, как все тут интересно. Понятно. Ну ты ж хочешь так? Улыбнись, Пеп. Амира? Смотри, что мы увидели. Покажи. Это что? Это что такое? Не знаю, откуда. Какой динозавр, что ли? Тигр? Да нет, какой тигр. Похож на пуму. Наверное, я не знаю. Я отсюда вижу, как будто динозавр. Я не вижу, что за голова там. Я ставлю на пуму, а ты? Она никого не знает еще. Никого не знаешь. Скажи. Ей понравилось. Да, это не так. Так, мы будем кушать римскую пиццу Цезарь. Подожди. Мы покушали. Вот этот человек мне настроение портит тем, что у него нет настроения. Куда идем? Куда спешит? Я хочу поснимать все. Недовольный. Короче, это еще одна знаменитая какая-то ракета, самая большая в мире из Лего. Вот такая вот она прикольная, да? Еще и светится там. Прикиньте, это из Лего. Класс. Сейчас, наверное, мы попадем на смотровую площадку. Короче, это музей детства. Я просто присела отдохнуть, потому что я этого кабана на руках по лестнице поднимала. Ну, ничего, такой маленький, ничего особенного. Какие-то старые игрушки просто, которыми сейчас мы уже не играем. А? Давай. Иди, мама тебя оденет, иди сюда. Иди к маме. Наконец-то мы сюда дошли, это красиво. Даже начал снимать. Надо было его сразу сюда повезти. Машинки. О, вот это твое. Короче, пока мои эмоции свежи, чтобы я вам не наврала, что мне все очень круто понравилось. Из-за моего мужа мне ничего не понравилось. Потому что он мне испортил настроение. И продолжаю портить. Но мы не ругаемся, я все это на камеру вам просто говорю. Я очень бесит, что я снимаю. Короче, вот так вот мы провели день влюбленных. Надеюсь, что он у вас был намного лучше. Где там номера? Что там? Еще вам снимать.
на равном земле. Сейчас. Иду. В общем, закончим мы этот эфир вот так вот. Я думала, она будет спать. Я ее донесла спящую с машины, а она проснулась и телевизор смотрит. По ТНТ, ТНТ новое шоу. Нам надо серьезно поговорить, очень прикольно. Что вам сказать? Ну, вы видели, какой день Святого Валентина у нас получился. Конечно, не мечта, но и не дома мы сидели. Слава богу. Очень красивый вид. Мне кажется, я еще вернусь туда не один раз. Ну, а что касается детского магазина центрального, такое. Ни о чем. Ничего интересного, кроме вида наверху. Ни ресторанов хороших покушать нету. Больше туда не пойдем. Вот. Муж перебесился уже вроде бы. Но я с ним не ругалась. Это я все вам рассказывала. Видите, это залог успешных отношений. Слить свой негатив куда-то в другое место. Да, ангелочка? Сейчас папа отойдет, и у него тоже будет настроение хорошее. Как и у нас. Надеюсь, что вам было... Блин, ну так темно. Искусственный свет от телевизора. В общем, надеюсь, что вам наш выпуск понравился. В любом случае, нам будет эта память. Что вам посоветовать? Центральный детский мир, в магазин можете не ходить. Вы ничего не потеряете. Если я найду поинтереснее места, то я вам обязательно это скажу. Всем хорошего настроения. Спасибо, что вы были с нами. Амира. А вот ее я не могу найти. Ты что там делаешь? Иди сюда, скажи пока. Пока скажи. Не скажешь? Скажи пока. Пока. Ну ладно, она уже сонная. В общем, всем до новых встреч. Она решила прийти. Иди сюда. Иди сюда. Ангелочек. Спать будешь, да? Нет? Почему? Уже поздно. Надо бай-бай. Будешь? Бай-бай, будешь? Скажи всем пока-пока. Помашешь ручкой? Пока. Давай. Муа, поцелуй. Муа. Мира, можно поинтересоваться, что ты делаешь? Молодец.